коли керівництво держави говорить про те, що потрібно не думати про війну, тому що у них все під контролем. Знаєте, я пам'ятаю ще одне керівництво держави, яке так казало, це український брак у них незалежний. Вони не хотіли готувати професійну армію. Ви бачите, я зараз прийду. Ваша правая рука – это вторая точка опоры. И третья точка опоры – это рука, что держит за цевьё. Как правильно стоять? Вы немножко сгибаете свои ножки для компенсации и наклоняете свой корпус для компенсации отдач. Это колено. Вот. Вы садитесь на колено и работаете с колена. И третье положение – это лёжка. Это вы ставите свою ручку и переходите в лёжку. Приготовили. Контакта 12. Лёж. Оп. Что вы делаете? Просто расскажу маленький нюанс. Важно, что... Но в чём суть? Ваше главное... Вверх это предохранитель. Опускаете его на низ, опускаете затворную раму. И смотрите, нету ли там патроника. Только на гачок не тиснет, просто палец вот так прямо. Он кричит пустой. И падает на колено. В этот момент он начинает перезарядку. Делаю условно перезарядку. Я подхожу, поднимаю его ногами. Для чего? Для того, чтобы если его ранят, он у меня вот. Я его держу, он никуда не денется. И в этот момент, пока он перезаряжается, а я его держу ногами, я вскидываю оружие и контролирую сектор. Ладно, постой. Максимально прямо. Бам, 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 бам,